Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, это YouTube-канал Садовод Киев. Поехали! Сегодня речь пойдет о насадке на болгарку бензопила, то есть шина и цепь. Эти насадки продаются уже очень давно. Я, получается, вся случайно ее нашел. Думаю, почему же не пропиарить ее еще раз и не предложить вам, как всегда, хорошую цену на такой продукт ходовой. Давайте сделаем распаковку. Посмотрим, какая упаковка. Поехали, в общем. Уже будем сразу рассматривать. Шина этой насадки 11,5 дюйма. 12 дюймов. 25-я шина. Комплектующие внутри вот лежат. Мы их увидим сейчас вживую. В этой насадке идет ручная подкачка масла. Эта насадка, сразу же говорю, подходит не на все виды болгарок, но на процентов 90 подходит, это точно. В конце видео я вам скажу цену, по которой вы можете ее приобрести у меня, позвонив по номеру телефона, который будет находиться ниже под видео. Так, поехали открывать. И что мы видим? Так, видим цепочку. Цепочка обычная, шаг 3 восьмых пико, толщина зуба 1,3, количество звеньев сейчас я вам скажу. Итак, еще по поводу, как легко посчитать зубья на цепи, если вы хотите приобрести запасную цепь. Не только для насадки, для болгарки, да и вообще для вашего любимого инструмента, электропила, либо бензопила. Люди путают вечно цепь, либо вообще не знают, а я пороховатый. Так, в общем, самый легкий способ посчитать количество зубов и самый точный, это считать внутренние зубья. Внутренние зубья это вот эти вот, не режущие, а внутренние. Слаживаем цепочку вдвое и считаем парно. Допустим, вот 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. То есть на этой цепочке сейчас идет 45 внутренних звеньев. Толщиной паза 1,3, шаг 3 восьмых. Сразу рекомендую заказывать с этой насадкой хорошую цепочку. Штилевскую, орегоновскую, камберговскую. Потому что здесь идет в комплекте стандартная обычная китайская цепь. Джинглинг, в принципе... На какое-то время вам ее хватит, но это будет ненадолго. Итак, поехали дальше. Комплектация, мы видим такой зип. Давайте посмотрим, что лежит в этом зипе. Защитная рукоятка для вашей руки. Якобы такая мера безопасности. Ключ комбинированный. Звездочка и получается на 13. Вот такая вот запчасть идет, упорная планка, ведущая звезда, звездочка получается идет на, давайте посчитаем сколько лучиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 шприцов. Гайки шины стандартные, 13-е под ключ. И винты крепления насадки, вот они все здесь у меня на ладони. Смотрим дальше. Боковая крышка с натяжителем. Сделана из пластика. Натяжитель цепи, вы видите, вот такой вот он. На пружине. Он пружинит, в принципе, его надо разработать. Вот, видите, он уже ходит туда, сюда обратно. То есть вы взяли, натяжка цепи, так понял, происходит без каких-либо... Вообще натяжение, просто, грубо говоря, вы по максимуму натянули пружину с винтом. И по мере растяжения цепи она будет подпускаться, расслабляться пружина. Комплект основания со шпильками, куда ложится шина, одевается. Масло-бак на 200 мл масла. Ну и ручная помпа здесь. Ну и ручная подкачка, вот так вот точнее, вот она. Вот такая вот станинка. Ручка держателя. Болгарка у вас здесь. И, грубо говоря, для удобства сделали такую рукоятку в комплекте. Так, для того, чтобы вам было удобно держать болгарку и сам инструмент. Ну и непосредственно такая вот шина.
11,5 дюймов, либо 12. Концевик стандартный. В принципе, в дальнейшем с подбором шин вас не будет, поскольку у нас есть в продаже такие шины. Правда, только фирмы Орегон, но они есть. То есть, если у вас шина сломается, сгорит, используется естественным способом. То есть, запас шины тоже у нас есть. В принципе, это вы можете взять сразу при покупке такого устройства. Ну и, конечно же, руководство, инструкция по эксплуатации. Как вам правильно собрать это устройство, этот механизм? Берете болгарку, и тут все по очереди все написано. Первое действие, второе, третье, четвертое, пятое. В итоге вы получите готовую уже, как говорится, готовое оборудование к работе. Вот такая вот пустая коробка. Гарантии на такую как бы насадку нету, поскольку это не считается как инструмент, это считается как аксессуаром. Но все знают, что, грубо говоря, такая вещь, она недорогая, на нее гарантия не распространяется. Что я хотел сказать, что теперь самое главное. Вот такую насадку на болгарку вы можете у нас приобрести по супер цене. Цена будет составлять 499 гривен за одну единицу. Так что, ребята, кому интересно, вот такая чудо-насадка-болгарка на ваш инструмент любимый. Кому будет интересно, опять же повторюсь, номер телефона будет указан ниже под видео в комментариях и в сноске под видео. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, заказывайте новые обзоры. С вами был Александр, спасибо, до свидания.